Всем привет! С вами Некромас. У нас Энтропия. И это, как бы, я как думаю, будет у нас сейчас как бы последняя серия моих похождений. Так как дела такие, что, как я и говорил, мне очень много надо платить за лекарства. И поэтому я не могу больше, как бы, закидывать в игру. У меня всего сейчас осталось. Так, сейчас. Тут, кстати, обнова была. В общем, что у меня осталось по педам, если так можно считать. Так, слепнирчик мой. Вот, в общем, у меня осталось 26 пед. Как видите, универсалама и 38 почти пет этой БЛП. То есть 38 и 26 это 64 педа. Вот, и мы сегодня потусим. Последний раз, наверное, не знаю. Посмотрим, что добудем. Но, в общем, пойдем сначала в эту... по квесту пещеру фифоидов, потом аргонавтов, и если останется что-то у нас, то еще сгоняем в этот, на простых фифоидов поохотиться. В общем, как видите, в игре стало вообще темно, так что вообще офигеть, ничего вообще не видно, никакого света, ничего. Кстати, вот, чтобы знали, вот иксом можете включить и огоньки на слепнире. Видите, вот, моргают. Но всего две лампочки красные. Там типа под впереди есть, но она как бы ничего не дает. Да? Это лампочка. Ну, в общем, вот такие дела. И к тому же, как бы, первый курс не особо-то дал хорошие результаты. Поэтому мне придется проходить второй курс лечения. Так. Стоябба. Стоямба. Ой. Мы далеко улетели, да? Вот поэтому и говорю, что как бы скорее всего последняя серия, потому что нету ни денежки, ни, так сказать, это самое. В общем, погнали. Давайте. Хоть сегодня постреляем, повеселимся. Стрелять будем Калитрек CR Spirit 2. Сейчас покажу. Вы же это любите. Да. Это Spirit, не Soul. Вот. Spirit. Видите. Эффективность почти 59%. Выстрел почти 15 пек, и меч, ну, мне чуть-чуть не хватает, так, 31-62. Все, погнали. Жрем таблетенцию. Чтоб лут не собирать, и побежали мочить. Ну, хоть тут светло. Вот тут вроде поменялось. Раньше так не было вроде. А может, я путаю. Привет, Фифоидин. Так, почти два педа, да.
Ну, а 15 минут, типа. К тому же у меня, как говорил, энтропия как бы везде забирает. Ну и просто я не в состоянии столько закидывать, поддерживать это все. Буду уходить опять в отпуск. Жаль, конечно, потому что пропущу все ивенты, наверное. Не знаю. Если шандарахнет, может, что-то будет по-другому. Увидим. Время покажет, как говорится. Ну, а теперь давайте все-таки пулять. Так. Бабах, получайте. Хочешь по мордасам? Сейчас получишь. А что ты такой неметкий, а? Бум-бум, бум-бум. Вот тебе, по мордасам. Получили, да? Получили. Получили. Вот. И ты сейчас получишь. Получишь, получишь. Вот увидишь, как получишь. Во, еще 30, сколько, блин, 28,9, ух, 20, а, 37, ну вот, уже 55 сразу набили. А вдруг шандарахнет, а? Мало ли что. Пихаем, так сказать, пульками. Нашим любимым БЛП, который там кому-то не нравится. Так, а ты чё там спрятался? А ну иди сюда. Строится, руки по швам. К папке подошел. Отчитываемся. Сказал, отчитываемся. О, еще 6 пет. Ну, может, что-то и будет? Уже почти 70 пет набили, вообще-то. Так, ну это 2 педа, не знаю. Считается, не считается, но будем считать мини. Сейчас будет облом, да? Сейчас накидает мне. И это не будет последняя серия. Ну, в общем, я не могу сказать, когда я вернусь. И так далее, когда все уладится. Это не от меня зависит. Говорится, о, еще оба. Ничего себе. Ну, походу, все-таки хотя бы на одну серию нам еще навалят. Если так и органавтов будет, то это самое. Ничего, весело. Так, 38 почти, а тут 42 почти. Ну, почти 85 уже. Нафигачим. Так, ты кто? А где сейчас кристалл искать? Что, туда залезать? Я это не знаю.
По-моему, эта пещера как-то поменялась. Это мне уже мерещится. Мы пошли искать кристалл. Где он? Как-то по-другому все. Так. А, вот кристалл. Чё, мы всех шандарахнули уже, все? Да, всех. Ну, как я поеду домой, ой, обратно, то есть, домой говорю. Вам, наверное, не интересно. Это мы пропустим, да? И встретимся уже на пещерке Аргонавтов. Так, я говорил, что встретимся в этой пещерке Аргонавтов, но самое я посмотрел, что мне патронов не хватит, вот поэтому сейчас подобьем как бы результат. Вот 82 педа мы получили в этой пещере, да? И нам патронов осталось вот на 28 пет. То есть, как бы мне аргонавтов, по-моему, не хватит. Поэтому мы переворачиваем, как мы говорим, 38 пет шрапнели, да? Получаем почти 39. И у нас остается лута на 43 педа. Да? То есть, второй заход у нас начинается с... 38, 28, грубо считая, это 66 пет, второй заход. Да? Какая-то дебильная математика получается. Ну, в общем, будем в общем считать, что как бы мы начали с 63 пет, да, и что из этого всего получится. Конечный результат потом подобьем, да? Ну, а сейчас я вас отключу, пока доберусь до пещерки. Итак, мы в пещерке Аргонавтов. Ну, опять подлагивает. Тут почему-то всегда подлагивает. Привет, Аргонавт. Чего спим? Так, ну тут совсем грустно пока что. Вас тут не за мало. Привет. Ну, я их никогда вообще-то не любил, аргонавтов, потому что сколько я на них не ходил, они всегда у меня минусовые были. Я даже специально ходил, типа же с них можно выбить ягуар. Значит, там мне всегда было только минуса. Я имею в виду не этих, а
в этом, которая возле Twin Peaks. Там же тоже есть. Итак, стреляем дальше, да? Берем коробочку. Первую из пяти. Лезем в дырочку. Вылазим, и тут нас ждут друзья. Видите, какой он волосатый такой дядя, такой зелёный такой. Что-то он хочет, ничего неизвестно. Так. Ты чего-то хотите, да? Хотите чего-то? То ли мне кажется, то ли их больше. Что-то их очень много. А миников нет, как видите. Так, вторая коробочка. Забираем, бежим назад. Погодите. А тут что? А или мы тут сюда же вернемся? Я вечно вот тут, кстати, путаюсь. Ага, мы вернулись назад. В этой пещере долбаный. Извиняюсь, конечно. Ой, вообще заблудился. А-а-а! Выпустите меня. Так, сюда, кажется. Две коробочки мы взяли. Пошли за оставшимися тремя. Так. Так, минутку. Так, здесь мы тоже были. О, здесь мы... Ай, были. Это начало. Сейчас туда надо идти. Привет, дедуля.
Первый, типа, можно сказать, мимик. Два педа. Еще типа как будто миник. Так, это была третья коробка. Да, нам еще две коробочки осталось добыть. Ну, побежали сюда. И у нас шутер начался. Тут еще двое спрятались типа. Ничего вам это не поможет. Ты это откуда свалился? Сверху? Не, ну прикольно, конечно. Странный ты какой-то. А тут еще один есть. Откуда вы лезете, эй? Так, еще одна коробочка, еще одна осталась. Ну, и она, походу... Так. Бымсти. А где еще одна коробка? Я что-то напутал, что ли? Так, так, так. Вот же ж, блин. Так, тут мы перестреляли. А тут что? Тут тоже перестреляли. Я заблудился. А тут что? Ай, вот здесь я походу забыл. Ну да, как всегда, так и есть. Вот и наша последняя коробенция будет. Привет, дружок. Чё расскажешь? Как дела? Чё делаешь? Чем занимаешься? Эй, погодите, погодите. Ну так-то не надо. Сразу тут бежали, навалились на бедного человека. Не стыдно вам, а? Как дела? Ой, блин, ой. Сколько вас тут? Прям страшно стало.
Вы у нас кто, мутанты? Тебя посветить можно? А? Можно тебя посветить? Ой. Погоди, я посветить хочу. Можно тебя светить? Нет, ты не светишься. Мне интересно. Миник упал 8.50. Да не может быть, за весь данж один. Хе-хе. Ну хоть один упал. Да? Спасибо на этом. Чё, все типа, да? Все 5 коробочек. Так, ну возвращаемся к ученому, там подобьем результат. Так, сдаем квест. Получаем свой токен. Бежим сюда, заходим сюда. Тип, смотрим. Так, у нас патронов осталось на, будем грубо считать, 9-5. Да? 9-5. И 82 педа мы тут получили, да? То есть в общей сложности у нас 92 педа как бы получается. Да. Так, переводим шрапнель. Смотрим, что получится у нас, да? 8.83 и 27. Это сколько вот? 35 пет. Ну вот на эти 35 пет мы еще полетим, постреляем этих фифоидов. Да? Или еще продать вот этот вот. Что-то да, он же никакого маркапа нет. Ладно, пока что это самое. С другим всем мы разберемся потом. Это закидываем. Это типа тоже закидываем. Это тоже. Так, значит, продаем просто вот это и это. Получаем еще 45. Да, покупаем еще на 45 патронов. Итак. У нас патронов там на 76.5. Хилка заправлена на... Сейчас скажу. Хилка... На 35. Ну чё, погнали, да? Находимся мы на моем любимом месте возле ямы. Я тут постоянно на них охочусь, когда охочусь. Именно на них. Потому что мне нравится тут. Именно тут.
него этот кусачий. Хоть и маленький. Как бы, да? Пошли дальше. Переводить шрапнель не буду. Расстреляем и все. Лиски бегают. Побежали дальше. Получайте, фиконики, получайте. Пипа. Там рядом кто-то. Походу в яме. Но не хочу я сегодня в яму. А вот, поверьте, не хочу, не тянет. Походу мало людей. Трипеда упала, не знает. Нормальный лут, наверное. Ну, чё сейчас было? Чего это вдруг в жизни увеличилось? Сами вы там с ним сражаетесь. Я как-нибудь обойдусь. Ой,
А уже вроде типа миника. Почти 5-5. А может опять ошибаюсь. Это чего тут делать? Пошли сюда. Еще кого найдем? Ну, еще. Да. Стреляем себе, да, фиходик. Стреляем только. Стреляем. Красоты мало. Но мы стреляем так, что-то прокачали. Что-то мы прокачали. 13 уровень сурвейор. Это что за профессия такая? Я не знаю, что это такое. Ой, погодите, сурвейор, это... Это же этот, блин. Кстати, мы еще одну ошибку сделали. Мы не посчитали велопеда железа. Из-за... аргонавтов. Я забыл, что с них такое падает. Ну вот опять 4 педа упало. Это все равно все в одну кучу. Ай, не в одну. В общем, не будем ничего считать. Отстреляемся, посмотрим. Минус, плюс и все. Не, голова не варит. Такую сложную математику делать. Слышь, меня извините. Ну вот, 6.15. Уже что-то там колеблется, клюет. Я тебя. Не гукай тут мне. Ну вот, кто-то на этих 67 кет урвал.
Но не я. Как всегда. Бандит это кто? Пятнашка. Маша Деловая 13 убила подряд. Приколицка. Ну вот, наш хантик подходит к концу. И результат, смотрю, больше, чем плачевный. Он скажется минус 40 лет. Ну нам еще 42 выстрела осталось. Да. Вот так. Но этот, походу, последний будет. Вот и все. Так. Ой, извиняюсь, что забыл паузу включить. Я думал, что... Ой, бум. Вот такие делишки. У нас, кажется, 35 минус. Сейчас посмотрим точно. Так. 46,5. 47. У нас там еще на 5 патронов осталось. 47, а мы заходили на 76. Ну, в общем, 76 минус 47. 29, 5 минус. Вот так вот. Что ж, с вами был Микромас. Мы играли Энтропию. Когда встретимся в Энтропии, не знаю. По другим играм видео будут выходить, не знаю тоже как часто. Ну а вам всем здоровечка, удачки, чтоб вам в Энтропии прилетали глобики, хофики пожирней. И пока-пока. До новых встреч, когда они будут.